Здорово, всем народ. Решил на сон грядущий здесь немножечко порубаться. Чё-то когда думаешь, садишься во что будем играть, понимаешь, что играть-то в принципе не во что. Так, мне нужно вот эту вот миссию потом добить, да? Посмотрим, что за захват. Немцы. You are here to find our target and bring them to the extraction point. Happy hunting. Да изучу эти бочки дурацкие или нет? И здесь ранг повышаем чего-то. Можно просто чего? We cannot let our target know we're here. Track them down quickly. Удачная охота, теперь торопись, иди лесом. Тут красиво очень. Скоро кончится, блин. Беда, отстой. Пока чисто. Он был спускаться. Так, ладно, мало помалу начинаем продвигаться. Здесь у нас все исследовано, да? Стоп. Чёрт,
Странно, что-то дрон у меня тупит. Дрона не уйдешь, его прокачивать, блин, надо. None of the scanners have detected you. Так, здесь не прыгать, я понял. Target located. Bring them in. Цель. Нравится, ты где? Нам нужна была ты или нет? Так, я не понял, что это, как-то открыть мне. Ну вот вроде я должен как-то. Как-то должен. Но не обязан. Ты не успел, блин. Ну, что просканировал, кстати. Осталась ерунда.
Пока никого нету из интересных. Интересно, а босса тоже надо много раз будет сканировать, с которым я могу сражаться на этих маяках. Чуть даже интересно стало. Я ведь должен, что ли? Я могу его догнать и убить. Это не проблема. После это было. Так, 3 скана осталось. Да блин. Опять помер, да ё-моё. Успел хоть? Got away. We have failed. Поебидо. Я так и не понял, кто сбежал. Ну ладно. А чё, ничего не получилось, что ли? Не понял. То есть, когда миссия провалена, то есть получается, что мы ничего не получаем. Ладно, давай-ка повторим, сбегаем, просто всех поубиваем нахрен. Странно. Не ожидал такого. We received intel that somebody vital to enemy operations is here. Find them and capture them. Карта? Нет, карта отличается. You found the target. Capture them quickly before they escape. I cannot let our target know we're here. Track them down quickly. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Я думаю, что мне за миссии писали? Там 2 минуты, готово. Кажется, я понял. Забывай этим все пользоваться. То есть, в принципе, мы в таких миссиях можем... Да, мы тут все знаем.
Не интересно даже. Потом можно просканить. Случайно, извините. Я не хотел. Ну да, он про эти миссии говорил. То есть быстро проходим, да и все. Ну, тут загрузка вот дольше получается. Да и в принципе, что, что я прошел, толку от этого нет. То ерунду какую-то получил. Ну хотя да, для прокачки мы будем использовать другие миссии. Погоди. Ну, увы. Скорости перезарядки. Отчет-то как-то мне неохота. Так, мне нужна миссия вот эта вот. Шпионаж. Сисеев. Потом горцуем тогда, посмотрим, что там с узлом. Ой, тут красиво. Your mission is to break into enemy data vaults and steal any intelligence files you find. For increased security measures. Console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. Keep moving. None of the scanners have detected you. Забавно. Вот хренушки мне. Так, я взломал, но там дверь вроде бы должна быть. It's too late. We've lost this data. You will need to be more careful with the next vault. Я вот ни хрена не понял. Тут надо как-то туда мне было пробраться. А как мне пробраться туда, если я не вижу входа? Пол два этих пульта включить? Ну а для чего? Ну, не знаю. Давай сбегаем следующий, посмотрим. Он такой же, наверное, будет.
интересно очень сильно. М1, что получается, из трех надо деактивировать или помещений. Пипец. Они все больше и больше становятся. Я в ауте, я не думал, что они такие здоровые будут. Не, ну это вообще прикольно. Nearing the console. Trigger the alarms now and they will start destroying the data. Я смог скрыть. Retrieval was successful. По-моему, немножко странно, но ладно. Да, решено, глядя, побегать в адском темпе. Мимо. Быстро понимать, что делать надо, ё-моё. Не очень люблю я в играх быстро думать. Здесь уровни, Йохан, ты мансийский. Он огромен. You're nearing the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data. Alarms! Data destruction is imminent. You need to hurry. Oh,
The data we retrieved will have to suffice. Get to extraction. Хрена не понял. Сделал или нет? Здесь нельзя миссии таким образом проходить. Вообще ничего не понятно. Корабль такой гигантский, можно исследовать его час. Так, вот ускорения у тебя никакого нет? Попадаются серьезные противники. Выполнил. Венду 115 получил, еще каких-то пару хрен пойми чего уровней поднял. Всего лишь 7 ранг у ревенанта. Там у меня был 28, попрошу заметить. Так, дай-ка я посмотрю. Где узел Меркурия, затем открой кодекс. И у него узел-то вообще. У него узла-то и нету. Перехват. Ну вот, узел Меркурия, скорее всего. Потом открою. Блин, сейчас отменю миссию. Так, давай пройдем и откроем кодекс. Открою я кодекс, дальше-то что?
После пробуждения. Но открыл я кодекс. Горе мне. Не открою кодекс в вашем арбитре. Бог мой, что за арбитр? Кодекс надо по Меркурию открыть. Everything in orders, operator? Is that a pun? I will attempt to bypass this vault. Вообще все, которые есть, кому интересно, сколько их. Так что hello there. So, first time then. Drew's... Ни хрена не понимаю, хоть убей меня. Так.